Всем доброго времени суток. На улице минус 3. Машина в ине стоит. Крыша особенно. Все подзамерзло. Видите, какой морозик. Пойду заведу машину. Митсубиши. Опа. По будкам попрятались, да? Рисуночек мороза. Конец апреля. Так, сейчас я им мясо дам. По хребту. Куриному. О! Так, ну что, их надо выпустить. Пусть побегают. Не украдут у меня мясо-то. Блин. Куда положить-то? Так. Гулять пойдете? Давайте, я поехал. У меня дальняя дорога. Идите побегайте в туалеты. Пар идет, минус 3. Койор, ты все съел, да? Но миски пока здесь. Приеду, миски будут, наверное. Такой почищенный чуть-чуть. Но надо еще. Он сейчас еще пойдет. Или нет? Ты мало ела. Не топчись. У тебя самый чистый вольер. У меня культурная девочка. Московская, да? Интеллигенция отличается умом и сообразительностью. Салон сидушку включил, подогрев, то вообще дубак, все заколмел. Единственное вот что плохо в кожаном салоне, это вот жарко, когда не дотронуться, кондиционер спасает, да, а в мороз очень холодный. Короче, в любых случаях все очень холодно или очень жарко. Да нет, как бы вот в жару было нормально, в жару был чик и все. А в мороз сидушку включаешь, и все, тепленькое сиденье. Так что все выручает технологии. Ну что вы возле меня-то, давайте, бегайте. Сейчас по хребту вам, куриному, и... И все. Все, они сейчас. Давайте, давайте по туалетам. Это морда. Шахтеры вы мои. Давайте. Давай, давай, давай. Более. Чу. Тебя погонять? Тебя погонять? Со мной крается. Ну все, на охрану встал. Ладно, я сейчас тогда это пойду за куриным хребтом, за спинками, сейчас им дам. Они еще толком не проснулись. Ветра нет, видите, какое сегодня утро такое вот. Прям такое спокойное. Прям вот, вот сейчас вот запускать что-нибудь в небо, да. Вот только сейчас. Но сейчас ветра, если начнутся, все. А эти моменты ловить... Здесь очень редко. О, нагрелся, сбавил оборот. На автоматике там стоял он, нагрев салона. Все, просыпается. Это ж с мячиком ходит. Бел, пойди ко мне. Ты моя переклинитая душа. Ты со мной идешь, что ли? Куда вы все идете? Белка деловая. До дома, до хаты. А с мячиком, да? С мячиком. Идет сюда. Нет? Койор. Пошли.
Пойдем. Да. Я тебе щелкну сейчас. Щелкается. Вперед, нельзя брать. Пойдемте все на место. На место. Злат, это не твой, Валер. Иди. Тихо. Бела. Злата. Ты знаешь, что делать. Молодец. Будку. Иди, мальчик. Че с лапкой? Где наколол? Ты знаешь, что делать, сидеть. Сядь, угол ты весь засыкал. Держи. Так удобнее есть поставки. Ладно, все, я поехал. Лебеди уже с утра плавают, но и дикие утки он плавает. Два селезня. Лебеди, вон они. Блин. Уток. Вон они, два мальчика. Чистится. Два малыша, два пацана. Там вот за теми кустами болото и этот, там будут они гнездиться тоже. Город пустой, машина, ну, все равно кто-то на работу едет, кто-то работает. Похмелье человека. Кока-колу с горла. Еле стоит. Верните направо. Еду направо. Включил радар эти, камеры, этот, чтобы было все. Через 600 метров верните налево, а затем держитесь правее. Да, конечно, я пойду прямо. Ты меня по этим закоулкам... по городу не веди, мне это не надо. Ты мне сейчас наговоришь, мы с тобой куда-нибудь заедем в кусты. Была бы ты живая, я бы, может быть, повелся бы, но ты же не живая. Я же не могу так. Вообще ни одного твоего мало. Так, ну все, едем дальше, видите, все пусто. Ну, еще утро. Маршрутки пустые. Трасса тоже пустая. Вот как бы немножко фуры ходят. Московские номера, это не... Белоруссии нету. Белоруссии нету. И тишина. Езжаем в Калужскую. Медынь, Калужская область. Движение есть, люди есть живые. На машинах пешком пока не видел. Нет, он идет с сумками. Сейчас посмотрим, что в центре. Да, неудачно подгорел. Старенький дом. И шевеление. Такой... Держитесь на ней, а затем через 200 метров верните налево. Налево. Такой центр, парк. Парк Победы. Танк он стоит. Верните налево. Что вы мне все налево заманиваете? Трактора катаются. Да, сюда. Ну, мы едем как на выставку в Калугу. Такой вот, так, та же дорога. Вот. То Калугу мы обойдем стороной.
попробую показать вам реку Угру. Аку, Угру. Не знаю. Через 6. Церквушка какая. Всегда на нее смотрю, когда еду. Классная. Пойдем на Брянск. Брянск, Брянск, Брянск. Съезд, поверните направо. Да еду я направо, налево. Прямо 12 километров. Да, да, да. Сейчас будет река Угра впереди. Длинный мост такой большой. Через Угру. Потом где-то еще будем. Потом Ака должно где-то быть. Река. Все. Прямая дорога на Киев. До Киева 700 километров. До Брянска 199. Тут памятник. Ушечка. Сейчас будет Угра впереди. Я когда раньше, еще в 90-е года ездил здесь, катался, то такая дорога ужасная была. И мост, одна полоса туда, одна обратно. А там на горе гаишники стоят. Вот река Угра. Вот она. Пошла туда, на Калугу, через Калугу, пошла, 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 пошла. Заправками там впереди, я, наверное, иногда на ней заправляюсь, но заправлялся, сейчас-то мне должно хватить туда-обратно, я вчера залил полный бак, ну, долил, что не хватало, потому что дорога дальняя. Такой мост сделали. Две полосы теперь туда, две полосы обратно. То было вообще. А там впереди на горе гаишник стояли, смотрели, кто обгоняет, кто нет. В бинокли раньше смотреть, чтобы нарушить. Потому что здесь везде сплошная была. Нельзя было раньше обгонять ничего. И наверху тормозили. Вот она, эта заправка. 45 рублей. У них дешевле здесь, в Калужской области, топливо. Бабынинский район, сразу от нифига откуда. Почти от Калуги за Угрой начинается наш этот район, где наше охотхозяйство. Большой район получается. Жух, пролетел. Блин, я иду 120, как бы не особо, а этот пролетел, наверное, километров под 200, наверное. А может и больше. О, прямо Козельск. Бабынин направо. Блин, заехать надо билет охотничий оплатить. Блин, посмотрю по времени, как что. Может, надо Аркадию позвонить Вячеславовичу. Будет. Сейчас посмотрю по времени. Правда, может, заскочу до Бабынина. Продлить билет. Да, у меня с собой. Да, у меня всегда с собой. Национальный парк Угра. Река Высса. Речушка. Таких речушек хорошо. Так, свернул я еще на одну трассу. Сейчас река Ака должна быть впереди. Река Ака. Посмотрим сейчас. Какие сделаны держатели насыпи, видите, какие отводы. Удерживают мостовую систему, все вот эти вот. Озеро Городск-Горское. Ну какое же озеро, это же река Ака должна быть. Вы че? А, вот озеро Горское.
Да, это озеро Горское, а вот река рядом. Все, я чуть попутал. Вот она река. И озеро, и река рядом. Вот река Ака. Вот она Ака. Вот она река Ака. Вот такая вот. Через 600 метров поверните направо. Хорошо, хоть направо, не налево. Как скажешь. Сосны, березы, сосны, сосны. Ой, красотища. Кажется, природа в России очень обалденная. Еще нравится на Камчатке. Вот эта Камчатка, Сахалин вообще обалденная тоже. Красота. Приезжайте к нам на Магадан. Нет, лучше вы к нам. Сосновые бары, вообще обалденно, когда сосны, березы, вообще обалденный лес. Это здесь, наверное, только. Видать, он любит, сосна любит более песчаные такое. Какие стоят. Тоже захламленный лес, тоже. Ладно, едем дальше. Река Свободи. Свободи, скорее всего. Свободи. Калужская область. Это туда, откуда я еду. А, справа написано было Тульская. А, вон. Тульская область. Тут кругом границы, границы областей. Все рядышком. Ну, какое-то предприятие на реке. Заводы, пароходы. Не знаю, что это такое. Знал бы, сказал бы. Ну, какой будем проезжать сейчас. Опа. Тут старинное здание. Вот это нет, свежее. Это как плотина. Там тоже выход. Сбор воды специально. Смотрите, какой большой объем воды. Я коснулись, сейчас подойду к барьеру. О, какой. Что там такое случилось? У них тут на рубль дешевле. Ой, дороже. Вообще тут трубы. Поверните на. Это емкости нефть. Этот, ну, бензин, это. И так далее. Полтора километра. Да ладно, не кричи ты на меня. Пустота. Ну так, машины чуть передвигаются, но вообще глухомань. Центр города районного. Я как бы первый раз в таком городе. Здесь я не был ни разу. Так, народ есть. Аж ДНС есть. Обалдеть. Дворец культуры, Ленин стоит, площадка детская, опа, направо. Так неплохо они тут, беседка, ну все старое, здание, видите, какие колонны стоят, классно. Старинные здания, собачки.
помним историю, ценим настоящее, верим в будущее. Тоже центр, центр у них тут все. Верно, универсам, магазины. Пятиэтажки такие своеобразные стоят. Покажу хоть как люди живут, где сам самому посмотреть. На память-то почему не поснимать? Движение есть, народ немножко двигается. Тут Сбербанк, он все. Работает Сбербанк у них все. Ну, я никого не вижу ни в масках, ни в перчатках, никого вообще, ни одного. Вот я еще в магазин не заходил. Сейчас зайду в шестерочку. Посмотрю, какая обстановка у них там. Маршрут перестроен. Да ладно тебе, не кричи, я на минутку. Ой, я показал сейчас таймер на кассе, они там начали разговор, там, вы представляете, скоро у нас тоже пропускная система будет, как в Москве. Я говорю, вот я еду с области, показал, таймер запущен, 2 часа на магазины в день, раз в день, туда-сюда. Я говорю, у нас вот, пожалуйста, еду. Ой, ну, неужели у нас так будет, а как же мне магазин, я же в деревне живу, какие я за 2 часа не успеваю до магазина. Будут вводить, говорит, у нас, не знаю, с какого числа. Но будут вводить пропускную систему, как и в Москве. Я говорю, вот у нас уже. Так, ой, нам так неудобно это. Там столько возмущений. Но таймер показал, что я уже 4 часа в пути. И... Короче. Ладно, едь дальше. О, какой красивый белый памятник. 380-й год основания с мечом или нет, что это? Анастасов монастырь. Там занимаются. А, нет, подобие казака, что ли. Шапка казачья была. Вот еще речка. За река. Название нету с этой стороны. Такая нормальная, не совсем узкая. Может быть, здесь что есть? Река Упа. Или Упа. Верните налево. Ну что ты обалдела? Мне туда не надо. Куда? Зачем мне на какие-то дачи? Маршрут перестроен. Да ладно тебе. Прямо 2 километра. Хулиганит. Так, ну ладно, я пока тусуюсь. Меня должны встретить. Тепло, 10 градусов сейчас на улице. Березки. Тут овраги кругом, спуски, подъемы, овраги. Такого лесного массива нет. Поля, 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 поля. И вот такие перелески. Ну, зверь держится. В перелесках таких. Ну, такие, конечно, местах, наверное, с гончаками тоже хорошо. Поля, зайчик, леса. Так, ну все. Мы встретились, поговорили. Теперь я поеду, не знаю, так по времени вроде нормально. Все, пока-пока. Пока-пока. Так, надо девочку проверить, что она там, нормально? Ты нормально тут? А? Чего ты трясешься такая? Лежи, 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 лежи. Какая-то большая, 2 месяца, такая крупная вообще. Да? Чеза. Ушко одно стоит, одно кончик. Ты на бобрятине такая. Чеза.
Страшно, да? Я потихонечку буду, поеду аккуратно. Это я сюда летел. Все, поедем теперь до дома, до хаты. Нет, я заеду сейчас к Аркадию Вячеславовичу. По билету сейчас решим. Или там как, или когда-то увидимся мы летом. Я не знаю. Перед летом или летом. С этим коронавирусом. Так, ладно. В путь дорогу. Такие овраги. Речка Мизгея. Речушка Мизгея. Город Суворов. Спаси, сохрани. Так. Налево, а затем через это Черепецкая. ГРЭС. Пропустил меня. Нет, друг. Это ГРЭС. ГРЭС, ГРЭС, ГРЭС. Вот что это такое. Езжай теперь опять в Калужскую область. Теперь опять в Калужской области. Тульская, Калужская, Калужская, Тульская. Ой. Ты нам налево. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну давай, давай, давай. Очень радуюсь, что коров пасут, телята есть. Птара. Река Птара. Маленький ручей. Но река Птара. Овраги, овраги. На углу атаки. Мы в Синсаке. Сансары. Подгорыч. Впереди УАЗик Хантер. Надо на охоту такой брать. Дизель, видать, коптит черненьким. Дизелечек. Хейтер, 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 хейтер. Хантер, Хантер. Хороший автомобиль. Только вот эти пластмассы, они не нужны. Вот эти бампера, вот это что делают. Нужна мощь железа, чтобы как тянул, куда-нибудь уперся. Туда-сюда. Это более бутафория. Она для леса более излишняя. Не нужна. Так машина супер. Времен и народов. Русский Гелендваген. Опять я в своем районе в Бабынинском. Большой райончик. Это радует, что у нас большой район в Калуге для охоты. Брянск и Воротынск. Тазы старые. Не работает. Ну, блин, уже полбака скатал. Нормально. 35 литров нету. Хватит, мне дадут. Дома. И спать у меня охота. Вы спать не хотите? Может, ляжем, поспим. Вздремнем. Ой, 13 градусов. Тепла. Ой, кошмар. Ну вот, я опять на трассе М3. На Киевской трассе на Украине. Но еду от Украины. Топчем до дому, до хаты.
Вы же разумеете? Ну во, я тоже вот смотрю, разумею вперед. Ну и я том же, и як же, да? Топ же. Ой. Ну, дождик опять пошел. Как, да, вообще кошмар. Когда же будет нормальная теплая погода? Вот. Сейчас заеду. Сказали прогнать глистов. Говорит, а я раз прогнали, надо еще раз прогнать, пока будет сидеть. Сейчас заеду, потом зато не интересуюсь, никто не обращался в клинику. Новости есть, какие нету. Все предупреждены, но мало ли. Просмотрят еще журнал, если кто-то вдруг с глазом обращался с чем-нибудь. Ну, моих-то лайк всех знают. Вот. Посмотрим сейчас. Ох-ох-ох-ох. Я уже устал, нога правая отекает уже, все. Надо выйти размяться, что ли. Я уже 500 с лишним проехал. Бетонный завод. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Все. Не, пропустим, ну и в баню. Здесь почему-то, сколько здесь? На 50 копеек где дешевле. Так, ну что там, живая? А, морда. Стошнил тебя чуть-чуть, да? Чеза. Ческ. Серопалевая. И треугольник на хвосте. Старые московские крови, да? Ать ты морда. На это, ты тут, Надюха? Уши растопырила. Сейчас я посмотрю, что-нибудь там я... За фаршем приехал. А, морда? Что такое? Иди ко мне. Лежишь, ждешь? Сейчас дам. Давайте достану. Пришлось брать весь пакет. Хотя своим-то у меня куплено все. Знаешь ты меня уже. Да. Пошла, да? Ну иди. Фига ты себе бока отъела. Молодец. Хорошо пошла. На работу сходила, вкусняшку получила. Чего ты там? Кнопом. Скоро будем дома. Не переживай. Серопалевая. Светлая будет. Сейчас пропускная в город, всех проверяют, меня уже все машут. Ну, я что, одни отсканировали уже, у меня все официально через mos.ru, вот это вот, через госуслуги заходите, и я уже вон секундомер чикает, 8:35 уже с момента выезда у меня штрих-код, и плюс вот этот вот до 30 апреля. Персональный код там у меня. Вот он код. Инфекционный. Где он? Вот он. Ну, не важно. Факт то, что все есть, в базе есть. Это все делается, там пароль автоматом идет на этот, с госуслуг. Там все, и данные, и ННН, и все остальное, и... Все, ИП Соловьев Юрий Валерьевич, ИП Соловьев Юрий Валерьевич. Все, что, какие проблемы? Все у меня
Законно, официально. Можно не переживать. Не буду я платить первый штраф 4000. Не переживайте. Пусть другие переживают. Так, я к девчонкам. Не кричи на меня, не кричи, не кричи. Так, не дают мне. Так, таблетки надо завести щенка, говорит. Говорит, так не можем дать. Чеза, иди сюда. Чеза. Пойдем тебя взвесим. И тогда мне дадут норму, как тебе дать тебе этот. От глистов прогнать мне. Я все-таки в ответе за тебя. Да, чтобы не было нюансов. Чезуля, Чез, иди-ка. Чез, боишься, машина какая-то, да? Едем, 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 едем. Иди ко мне. Сейчас доставать тебя буду. Пойдем взвесимся и все, и домой поедем. Куплю таблетку тебе. Заберут тебя, не заберут. Вот в чем вопрос. Обещали, может, когда май, может, должны, не знаю, с этими границами. Не привыкать бы вот к тебе только. Чеза. К ним же быстро привыкаешь. А потом сердце кровью обливается. Иди сюда, Чеза. Взял я Азинокс. Плюс жидкость не стал брать. Взвесили девчонки мои. 6150 она взвесена. Нету 10 килограмм. О, пойду я здесь сейчас. У них и висит, там это лежит. Сейчас я здесь на улице еще повешу объявление. Куда ты собралась? Осмелеешь, будешь носиться, да? Это все, да, выкидывать. Это вроде целое еще. Можно я возьму, пожалуйста, объявление? Дай, пожалуйста, возьму. Спасибо. У тебя там много. Ну что ты? Устала. А, морда. Давай тогда. Уберу. Да? Ты вот мне скажи, Чезух. Ты пролезешь через прутья или нет? Мне там ничего не готовили. Тебя дома держать. А? Готовить тебе место? Мне попробуй сейчас тебя ханти посадить, пока мне шестой вольер за этот. Там тебе негде. Там хозблок пока. Пока девчонок нету дома, а найдутся, то придется тебе будку колотить. Если они найдутся. Или там хотя навес, можно в соломе просто будешь лежать. Ничего страшного. В уголочке. Да? Мордуха. Закаталась ты уже, да? Такой взгляд дворовый. А? Скажи, мы и есть дворняшки, да? Ну вон. Лежишь, сейчас лежи. Своих выпущу. Что морды? Да. Белка, ты истеричка. Иди. Играться со мной. Тихо. Миски, как ни странно, на месте. Дождик идет, я долго аппаратуру, наверное, не буду. И вот не знаю, она пролезет через этот. То придется ехать в город, тогда брать сетку на какое-то время. И заделывать низы на расстояние подъема щенка на лапы. Даже не знаю, что делать-то. Заржавеет каюр. Дождик идет. Так, ладно, машину загоню сейчас к дому. Опять льет. Блин, приехал в Гадюкино, опять дожди. Уснула, что ли, там? Морда.
Какие вы все хорошие, маленькие. Златка, щенница, белка, дай бог, все. Все получим, выпаковосы, свои щенки будут. Да? Спит. Честно. Спит без одних. Каталась. Дождичек идет, мой он мокнут. Это шарик все охраняет, мячик. Надо пойти дать куриному эту по куриной спине. По бедру я какую-то по хребту. И надо как-то в дом. Ну это здесь, наверное, пока оставлю. Пусть он здесь. Или ты пойдешь. Мне надо как-то в вольер тебе попробовать. Сейчас присыпет, сейчас куртку одену. По хребту. Ты меня караулишь с пакетом. Ты знаешь, что я... Каюр уже в вольере, все. Не хотят они бегать. Пойдем, пойдем. Иди, 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 Бел, иди. Нет, ну не идите, вы кашу там. Ты вообще на вкусняшку подвинулась. А? Бесстыжая. И это не рыжая. Рыжая, бесстыжая. Скажи. Блин. Надавали этих крыльев. Дом, где ты? Вот, бери, ешь. Вот, Злата, вон, подбери. Злата, вот, бери, ешь. Вот, Злата. На. Кушай. Мелочь эту. Чё-то першит горло. У тебя, как всегда, чисто все, да? Скажи. Бери. Бери, бери. Бери, каюр. Бери. Не надо стесняться. Я знаю, ты ешь культурно. Злат, пойдем, что покажу. Злат, иди сюда. Иди ко мне. Смотри, как у меня тут лежит. Злат, пойди. Пойди ко мне, Злата, пойди сюда. Пойди ко мне. Пойди ко мне, смотри. Смотри какой. Злат. Злат. Злат, смотри. Иди понюхай. Чего, да, щеночек, он хвостом завилял. Хороший Златка, да. Хороший. И лапкой хочет, да? Златка, молодец. Целовашки, да? Лапкой, лапкой. Итак, итак. Встреча какая, да, на Эльбе? Да, ушки сжимаются. Да. Лапкой, лапкой. Сейчас я ее спущу.
Что такое? Не рычи. То я ее не поймаю потом. На первый раз она боится. Злата. Златка. Нельзя. Что-то ей не хватает, она землю пытается кушать. Тебя не поймут. Злата прячется. Вот тебе игрушка, да? На какое-то время. Опа. Шустрая деваха, конечно. Смелая. Ко мне сразу. Злата. Таскает игрушку. Злат. На маленькую, зачем так сиди? Ой, тут не залезу никуда. Тихо. Злата. Чеза, 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 чеза. Злата. Каюр. Злата. Нельзя бежать. Нельзя бежать. Нельзя. На маленькое. Каюр. Кто сейчас будет лаять на вас? Прекрати орать. Да что ж такое орешь-то? Злата. Обыкнуться. Да что ж такое-то, я не пойму. Ну! Да что ж, я не пойму, что такое. Да попробуйте, вольер. Тихо, тихо, тихо. Да что ж ты делаешь такое? Это что такое ты делаешь? Взяла ее. Больно укусила. Иди на место. На место иди. Да, да. На место иди. Злата, место. Делаешь такую, не хулиганка. Иди ко мне. Ух. 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 Получится маленьких обижать, да? Изверги. Лишь бы разорвать что-нибудь. На запчасти разобрать. Ну а как по-другому? Я ее начал поднимать, она ее за зад схватила. Тут все что угодно. Такие знакомства первые. Потом обвыкнуться нормально. Вон белка долго притиралась тоже. А здесь маленькая, тем более. Для них это такая. Фу! Фу! Дайте попробуйте вольер посадить. Чеза! 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 Чу-чу-чу! Чеза, иди сюда! Иди ко мне. Чеза, иди ко мне. Чеза. Ну-ка замолчи. Чеза, Чеза. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Чеза. Ческа. Все, хватает. Чеза, иди ко мне. Ческа, иди сюда. Вот лови ее полдня. Чеза. Такие они щенки. Ческа. Иди ко мне. Иди сюда. Тихо, 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 тихо. Прокусил мне палец. Опа! Не у Пронькиных. Ну, Златка, ты даешь. Это что такое? Из-под тяжка я взял на руки, взяла ее, за задницу схватила. Иди. Блин, мне интересно, она, наверное, пролезет. Блин.
Глаза-то у тебя не лопнут от узкоглазия, а? Ты вообще одурел, ты меня поражаешь, Злата. Кто так делает? Нельзя маленьких обижать. И ко мне иди сюда. Чё ты там легла? Ко мне иди сюда. Иди сюда. Не ко мне. Злата, иди сюда. Иди гуляй. Так, голова пролезла. Голова пролезает. Так, тело, тело, лишь бы тело, блин, почти прорезает. Придется сетку накручивать. Иначе она у меня... Вот ешь, а то разгропаднился, она боится, она облает. По мискам. Ну-ка, на место пошла. Вот. Тихо, тихо. Жопа не пролезла. Значит, дома. Понюхаться хочешь? На. Щенок, да. Я понимаю, что вы дома. Звери. Златка вообще дом мучительница. Сердце точит. Нет, сетку. Так и знал еще. Ну, зад не пролезает, застревает. О, Господи. Так. Или можно досками. Шуруповертом. У меня же доски вроде такие остались. На калитку ей. Третью наверх. И три туда. Есть у меня куски? Нет. Нифига нету. Это отвалилось еще. Плохо прикрепили. Из тех каких-нибудь взять, напилить. Морды. Протокольный. Иди гуляй. Иди гуляй. Вредитель. Ну-ка ушла. Видишь, он с тобой играется. Ревнует она. На руки начал брать. Контроль нужен. Конечно, чужак появился. Представляете, если чужая собака, вообще меня нету рядом. Что может быть? На запчасти. Просто. Ну, охотники, что там говорить. Охотничьи собаки. Плюс, что сейчас они пока обвыкнутся, пока обнюхаются. И время надо, чтобы прошло. Вот. Ну все, домой натира, пока это. Завтра буду что-то мудрить делать. Ехать в город. У меня, в принципе, под брус есть такие доски. Взять, распилить, напилить. Не сеткой мудрить, а просто сделаю по три доски. Она не сможет, да. И все, на саморезы. Сюда доску одну добавить и туда три на решетку. И все, она не сможет. Пусть бегает в вольере. А это уж как-нибудь ночь мы проведем. Пусть разносит дом. Она уличная, она в вольере жила. Поэтому бог с ним. Так, Зла, давай я тебе дам вкусняшку, иди. Все, сейчас я койор вытащу. Все, не умеешь себя вести. Идет сразу нападение. Не нюхай ничего, кабин. Белку даже боюсь упускать. Надо как-то на руках, они ревнуют. И, да? Бегай, бегай. Златко он более-менее лучше всех, получается, отнеслась.
Я просто даже и с ним снять не успел, как он вылетел, сразу ее под себя подмял и начал это, поджимать ее, добираться до глотки. Не понимает вообще ничего. Он не рос щенками. И что-то переклинило, и все. Вот белка еще осталась. Не, не буду травмировать ребенка психологически, ну, в бане. Совсем с ума сошли. Вот ты вот приучи, ну вот, а что ты наверх постоянно прыгаешь? Сейчас пойдем. Я спрошу. Пусть, пусть. Кушать. Ты вообще меня поразил, Каюр, ты вообще в нападение сразу даже не думал. А? Он же маленький. Охранники своей территории. Пусть кушает. Обыкнет. Вам недолго, надеюсь, терпеть придется. Все. Неудобство, да, для вас? Ну, Танюха была бы, она бы точно, да, вот таким чавленьком отнеслась бы с пониманием. Лайма тем более. Лисхан, ты не уверен? А Кобель себе сразу показал, вообще сходу, вылетел и все. Да? Смотрит. Все тебе жалко, да? Ревнует его. Че дышишь через раз? А, Каюрбан? Тебя маленького никто не обижал так, как ты обижаешь. Восприняли мою семью лаечную с протертыми лапами, с протянутыми. И с обрезанием всех конечностей и всех причиндалов. Дождик идет и идет. Все, успокаиваемся, обвыкнитесь. Ничего страшного. Обнюхаетесь, обвыкнитесь. День, два, три, и будет нормально все. Сделаю вале, будете. Все, будете воспринимать как свою. Да, Бел? Чугал. Тык боком. Все, давай, всем пока. Не знаю. Пойду сейчас этот заниматься. Так целый день на колесах. Попрощаешься, Каюр? Все, не надо, а то напугается. Кушай, кушай. Кушай, кушай. Все, наелась бочонок, да? Все, пойдем в дом. Да, пусть она обсыхает, тоже сырая. Этот, в коридоре, может, побудет. Найдет место себе. Все, тихо. Давайте всем всего хорошего.